Каждый ноябрь Таиланд празднует завершение сезона дождей пышным торжеством Тот Катин. Этот праздник является одним из самых значительных религиозных событий Таиланда и знаменует открытие нового сельскохозяйственного сезона. И чтобы год был урожайным, в храм нужно принести пожертвования. Сам праздник примечателен и тем, что во все 30 тысяч храмов по всему Таиланду собираются местные жители и приносят необычные дары монахам, 3 месяца не выходившим из храма и посвятившим себя молитвам и посту. Эти дары – денежные деревья. Благодарные жители Таиланда своими руками изготавливают эти нехитрые конструкции с денежными купюрами вместо листьев, чтобы отблагодарить монахов и пожертвовать денег на строительство новых и обновление старых храмов. Праздник начинается рано. Уже в 8 утра здесь можно увидеть весьма колоритный пейзаж. Вовсю идет приготовление всевозможных тайских блюд. В огромных чанах томится лапша, бурлят супы и жарятся в кипящем масле омлеты с мидиями. Здесь огромное количество вкусной еды, ведь Тот Катин – это окончание буддийского поста, поэтому все местные жители собираются возле храма, готовят блюда по семейным рецептам и раздают их всем желающим. Мы оказываемся единственными туристами на церемонии, и нас тут же принимаются угощать чем-то необычным, но невероятно вкусным. Вот, например, это зеленое желе в кокосовом молоке с солоноватым вкусом. И тут на глаза попадается что-то знакомое. Именно вот в таких местах нужно пробовать настоящую тайскую кухню, которая не приспособлена ни под какие наши европейские вкусы. Вот, например, мы нашли совершенно замечательный паттай. Больше такого вряд ли можно попробовать где-нибудь еще. В ожидании начала церемонии, а именно прихода монахов, местные жители все приносят денежные деревья, и вскоре для них просто не остается места. Ну и, конечно же, все продолжают свой утренний пир. Некоторые разделяют трапезу прямо на полу храма, а перед входом уже начинаются традиционные танцы. Атмосфера домашняя и праздничная одновременно, и в храме уже все готово к приходу монахов. Этому храму уже более 200 лет. Он называется Ван Бай Май и был построен в 2525 году. Летоисчисление в Таиланде ведется по лунному календарю, который основан на фазах Луны. Начало летоисчисления ведется с 543 года до нашей эры, когда Будда ушел в нирвану, в отличие от России, где отчет идет от Рождества Христова. Помимо денежных деревьев, мы здесь увидели такие специальные наборы для монахов. Здесь есть зонтик, трости, свечи, чай и даже коврик, на котором могут они спать. Тут по-тайски означает «дарить», «принести в дар», «катин» – «одежда». Изначально в этот праздник монахам буддийских монастырей дарили новые мантии традиционного оранжевого цвета. С годами праздник стал еще масштабнее и красочнее. Наконец в храм прибывают монахи, рассаживаются на циновках и приступают к молитве. Вот наступает финальная часть церемонии – торжественное шествие с денежными деревьями вокруг храма. По древней традиции его нужно обойти 3 раза, громко выкрикивая песни и прогоняя злых духов. С островом закроем.